Я из Московской области, а вы откуда? Я с города Кривой Рог, центр Украины. Кривой Рог? Да. Понятно. Хорошо, ну как у вас дела? Отлично. Вы как? На пианино басаешь? Последний раз играл 16 лет назад. До сих пор гроб стоит, да? Нет, почему? Сейчас моя племянница подрастет, и если захочет, то будет заниматься. Так же, два раза. До 16 лет, да? Будет портить настроение соседям. Ну, это уже ее право, то есть все от нее зависит. Захочет играть хорошо, если нет, то нет. Я просто недавно разбирал пианино племянника. Причем, ну я не знаю, как у вас. У вас же тоже Авито есть, правильно, да? Это же, мне кажется, международная сеть Авито, да? Нет? У нас больше на Авито. OLX. Ну, примерно, я Ну, говорю, ну, короче, те же сервисы, что мы поняли друг да. друга. Никому заберите, никому не нужно. Этих объявлений просто тысячи этих пианин. Ага. Пришлось разбирать, блин, и самому выносить, блин. Ужас. Ну, как бы его вот именно продать не удастся, потому что это пианино, оно уже как бы с советской эпохи. Так Ну, у меня что... такой же был, что Да-да-да. настроен, перенастроенный. Вот, поэтому я говорю, самовывоз, то все это же не поэтому. Я все понял. Хорошо, буду Ломанулся. знать. Весь день меня это заняло, блин, там, вообще просто, блин. Я проклял все на свете, ну. Да уж, я все прекрасно понимаю, как бы такая большая бандура. Я и так классическую музыку не любил, а теперь вообще ненавижу. Все, я понял. Что интересного Да ничего, ну, город работяг. Что, работяг? Город работяг. Ну, ты просто прерываешься, у меня там вроде я нормально, у меня картинка идет, а ты потихоньку прерываешься Да, связь плохая. там. Чем занимаешься-то? Работаю в гостинице. В гостинице? Да, администратором на ресепшн. О, нифига себе. Хорошо. Ну что, сколько у вас проститутки стоят? Не-не, у нас такого нету, зашквара. Да ладно тебе, рассказывай сказки. Ну, если клиент захотел, он сам взял, короче, это себе там где-то на стороне тёлку это и привел ее к себе, ну, в номер. Понятно. А так не предлагаете, да? Не-не-не. Подработки нет у тебя, да? Так какая подработка? Это сводничество, Да ладно, это я криминальный шучу. кодекс. Где у нас называется сутенерство, сотрудничество. Ну Навряд ладно. ли, на вас, наверное, не так сутенерство, наверное, называется, не Это то же сотрудничество. самое, только в другой руке. Ну, видишь, я просто по-украински мало-мало балакаю, поэтому. Ну, сводник это тоже и русское слово. Ну, сводник, ну, чуть-чуть другое. Сводник не берет за это. А, хотя берет деньги, да. Но у нас Вот. почему-то сутенерство, ну, тут так и садя называется. Ну, Не, у как нас бы... официальная организация проституции. Ну, все Те равно, же есть, что... только в... Все равно это как бы наказуемо. Ну, да. Согласен с тобой. Ну, а так, сколько тебе зарплата? Интересно просто. Ну, я в Украине не работаю. А где работаешь? В Италии. А, в Италии в отеле работаешь администратором. Да. Ну, не здесь же Кривбасе. Где? Ну, не здесь же Кривбасе работать в гостинице с иностранцами. Ой, да я думаю, там столько же русских, сколько в Крыму. Не, ну, одно дело, русские. А вот именно англичане, американцы, французы, немцы, с ними же тоже нужно общаться. Хуже американцев нет никого, нахуй. Наглые, ебаные ублюдки, нахуй. Я бы сказал 50 на 50. Думаешь, что весь мир принадлежит им, блядь, нахуй.
Ну вот смотри, Италия под американцами. Вообще, у американцев там даже, авиабазы есть. То есть там военные базы, там где содержатся как раз морские пехотинцы. Я открою большой секрет, в Германии тоже. Да. Тем не менее, Италия живет, Германия живет, преуспевает во всем. Так что я вот именно не увидел такой вот большой опасности от американцев. Суверенитета. Что? Не имеет своего суверенитета, ничего. С одной точки зрения, да, потому что американцы имеют свои базы. Что американцы сказали, то они не будут делать. Как они скажут? Ребята, идите нахуй. Они скажут, ну ты сам все понимаешь, что ты? Ну. Это все равно, что, не знаю. Ну, у тебя в гостинице, да, то есть, вот у тебя есть генеральный директор, да? А ты управляющий. Ты видишь свое видение. И сказал там, допустим, давай сделайте по-другому. Ты сказал, слышь, мальчик с грязной попкой, молчи нахуй тряпку, нахуй, я здесь рулю. И все, и ты делаешь то же самое. Вот и все. Тут дураков, много-то ума не надо, Правильно? Ну, все равно, вот я вижу по фактам, что итальянцы и немцы богаче россиян и украинцев вместе взятых в несколько раз. Да дальше что? Ну вот именно. Ну, да, им проще что? Живется. Не знаю. Так ну что... это все, знаешь, это все зависит от человека в плане того, что знаешь. Во-первых, как к этому относиться. А во-вторых, Италия намного меньше, чем Украина, Россия, да. В два раза меньше Украины. А сколько раз у России? В 56. А ты даже смотрел, да? Да. Мне нравится география. Я просто говорю, недавно у меня, знаешь, мечта была, поделюсь с тобой. Мечта, в жизни, знаешь, бывает, что ты мечтаешь о чем-то, да? Конечно, да. Вот, я, получается, сейчас скажу, взял, 4,5 тысячи долларов кредита и поехал со своей девушкой на Кубу. Потому что подумал, что если я сейчас езжу, никогда не съезжу вообще. Я там, правда, американцев нет там, причем... Америка запрещает, не кубинцы запрещают приезжать, а гражданам Соединенных Штатов, государству Соединенных Штатов, запрещают ездить на Кубу. Поэтому там одни канадцы. Uh-huh. Но ведут они себя не очень хорошо. Я понял. Я понял, что это менталитет. Этих людей. Во-первых, они матерятся, как сапоги. Я думал, русские матерятся. Русские нервно курят в стороне, поверь мне, по сравнению с ним. У них слова «фак» вообще нет, просто. У них для светских слов там. Может, потому что они за границей, так все, не знаю. Хотя, может быть, там русский мигрант говорил, что, примерно так же, не так, допустим, из 100% взять где-то 40 они себя ведут так. Это прям нехорошо. Я там порамсил с одним, Чего, не знаешь, такие все такие. Разные, там где-то 40% точно этих все такие качаются, такие эти, С секунды ебнутся, А я там у меня русская душа, я приехал, во-первых, отдыхать, до мечты, дорвался до океана, видел океан. Это круто, поверь мне, это круто, вообще.